Привет тебе, Наташа. Как дела у тебя? Привет, хорошо. Все хорошо. Слушай, а я вот смотрел несколько вечеров подряд по интернету, как ездили наши ученые, философы, к Далай-ламе. И там с ними встречались. И проводили конференцию совместную. Там российские ученые, да, и философы от Далай-ламы, буддийские. От нас из России был Константин, но это внук великого ученого, который занимался функциональными системами. Это просто удивительный человек тоже. И Черниговский академик там была. Потом там был еще философ. Ну, не помню я все фамилии сейчас, дело даже не в этом. Дело в том, что мне так было стыдно за наших ученых, слушай. Они говорят такие вещи. Во-первых, начали очень хорошо, что Константин сказал, что вот Россия находится географически между Западом и Востоком. Ее хорошая роль была бы в том, чтобы объединить ее. И главное, через науку. Потому что он, например, занимается самой главной проблемой человечества. Теория сознания. Вот, давно занимается, как его дедушка занимался, и он занимается. Вот, ну, он сам профессор, очень умный такой парень. Вот, и рассказывал его свою теорию, но мне почему-то так было стыдно, потому что не было понятно. То есть настолько это вот... Ну, надо же, ты понимаешь, там переводчики, там сидят люди другой культуры, да. Ну, как-то надо популярнее это все объяснять, чтобы понятно было с первого раза. А там вот постоянно перечисление имен всевозможных, традиций научных, там Сеченова там упоминают, там Павлова упоминает он и других. Это внук Анохина, профессор Анохин. Но он как раз таки занимается нейросетями мозговыми, нейросети. Вот. Потом выступала Черниговская. В общем, задавали ученые вопросы от их стороны, так сказать, буддисты. Как сознание, они предполагают концепцию сознания, как оно устроено. Взаимоотношения между мозгом и сознанием, между телом и психикой. Ну, это большая проблема. На самом деле, я считаю, что это очень серьезная проблема. И самые выдающиеся ученые наши там по этому поводу говорили. И, конечно, это очень здорово, что создать мост между Западом и Востоком через Россию, а с обсуждением такой проблемы вообще, что есть человек, что есть сознание, что есть мозг, как относится мозг к сознанию, это очень замечательно. Ну, вот так мне было немножко неловко за них, потому что было видно, что они, как тебе сказать, в своем языке науки сильно находятся и не умеют правильно так легко ее выразить, потому что для них самих еще много чего там непонятного. Это видно. Вот. Но самое интересное другое. Самое интересное, ну, когда они приехали. Потом он же выступал, Анохин, представляя на каком-то докладе философа, который с ними там был. Что сейчас будет выступать философ, он один из самых главных людей по философии. Потому что в мире вообще, хотим мы или не хотим, любой науке, особенно, как Эйнштейн в свое время говорил, он ссылался на Эйнштейна, что мы приходим к философии. Потому что без той главной точки зрения, без философской взаимоотношения духа и материи, ну, трудно в какой-то науке правильно высвечивать пути. Это он правильно сказал, молодец. Вот. Но при этом он представляет философа, который как раз-таки будет говорить о философии, причем который и был там вместе с ними у Далай-ламы.
Причем там этот философ, он сказал, что это один из 4-5 всемирно известных философов, который занимается такой сложной темой. И что его зарубежные философы очень тоже уважают среди этих редких нескольких людей. Ну и он стал рассказывать, и он стал говорить о том, что они были у Далай-ламы, и там говорили о том, что... Ну и, в общем, он в конечном счете говорил о том, что философия – это непростая вещь, там это очень сложно, все понятно, там это, ну, все это понятно. Тоже ничего не понятно из того, что он сказал. Но я просто удивлен, понимаешь? Мало того, он сказал, и мы искренне завидуем этим ученым, которые там у Далай-ламы, но в смысле вот эти вот, буддисты. Потому что они в этом деле практически очень многого достигли. В плане управления сознанием. Этот философ, которого Анохин представил как одного из ведущих философов, говорит, мы завидуем им, что у них, значит, у буддистов, очень хорошо проработаны эти вопросы практически, что они могут управлять своим сознанием, и мы вот завидуем им. Но я почему-то был очень расстроен и удивлен, и мне стыдно было за них, потому что у тех, ну что у них, управление сознанием, буддист чем занимается? Медитацией. А мы чем занимаемся с ключом? Мы как раз таки тех, у кого медитация не получается, тому ключ даем, и у них медитация получается. А это наши специалисты там вот так позорят нашу Россию, потому что они книжки не читают. Понимаешь, потому что они сидят, видимо, в своих вот своих статьях научных, практику никакую не знают. Не знают конкретную практику, но прочитали бы хотя бы мои книжки, как надо управлять со своим состоянием. Потому что философ Дубровский, он говорил о том, что в конечном счете эволюция приводит нас к тому, что мы... А я это раньше сформулировал еще 40 лет назад, что от самоорганизации природы к саморегуляции человека. Я это давно сформулировал. Что в конечном счете приходит к тому, что человек начинает управлять своим сознанием. Но они настолько далеки от практики, что он говорит, мы завидуем буддийским ученым, что они вот в этом так преуспели. Ну, ты представляешь, я вот это все слушал, смотрел, мне так было удивительно. Я поэтому взял кисточку, вот теперь после того, как я их послушал, несколько вечеров, я теперь думаю, боже мой, да мы же на такой высоте, у нас в России на такой высоте, если эти ученые, которые прославленных ученых приводят и цитируют, цитируют они их, как самых уважаемых ученых, которые даже не знают того, что у нас есть. Ты представляешь? Ну, что бы ты писай сказал Далай-ламе? Так и Далай-ламе я бы сказал. Вот тогда тот мужик, помнишь, ко мне приходил, который там хотел видео со мной сделать. Я же поехать-то не мог, мы хотели ему видео отправить. Но он же собирался быть президентом там республики, там, где буддисты. Он же хотел у нас. Ну, одна из, не буду называть, республик российских, там же буддизм традиционно. А он хотел там быть президентом, но, видимо, его не выбрали, и поэтому он потом пропал. Он же собирался отвести видео, будет этому Далай-ламе от меня привет передать, послание, и показать ему. Ну, мне тоже так интересно, потому что в свое время Далай-ламе писал письмо, что у нас есть такая методика, которая многим поможет проще, легче медитацию осваивать. А мне тогда из администрации Далай-ламы прислали письмо благодарственное. Знаешь, какое? Очень вас благодарим за ваши успехи, желаем вам дальнейших успехов и так далее. Но это тоже такие же чиновничьи вещи, понимаешь, как и везде, во всем мире. Ну вот это очень смешно. А Далай-лама молодец, он знает, что сказал?
гуманизм, доброта, то, чего не хватает сейчас в мире. Потому что мир на пороге большого кризиса. Люди друг друга не слышат, люди друг друга не понимают, люди друг друга агрессивно настроены. И вот только любовь к человеку, сострадание. Я-то это называю в своих книгах сопереживание. Он говорит, сострадание, Далай-лама так сказал. Только сострадание, доброта, любовь к людям может помочь. И это надо развивать. Он говорит, я свою жизнь, всю свою жизнь занимаюсь этим. То есть он за мир в мире. Потому что он сказал, потому что мы говорит, часть человечества. А я как раз и занимаюсь, чтобы человек был целостен, и чтобы человечество было целостным. Ключ же для этого. У нас и философия есть, ту, которой у них не хватает, у наших ученых сегодня. И общая теория сознания есть, и новая модель работы мозга есть. И самое главное, что у нас есть, это же все сделано на основе практики выведения из острого состояния после терактов. Ключ был основным методом, там, Кизляри, Каспийский, Беслане и так далее. Подготовка участников Марс-500, подготовка спортсменов Олимпийских игр, подготовка военных журналистов, потом вообще психологов МЧС, психологов различных направлений, в том числе и образования. У нас же все есть, весь пакет, уникальный контент. Это у меня кисточки в руках. Уникальный контент, который дать бы сейчас миру, дать бы сейчас миру. А я сейчас хочу, допустим, с Анохиным встретиться. Но не знаю как, потому что как с ним встретишься. Вот я нашел там в интернете, у них там есть еще такой философ, очень интересный парень, он еще миллионер. Его зовут Дмитрий Волков. Дмитрий Волков. А он, оказывается, тоже ездил. Он, оказывается, он патронирует какие-то центры, Третьяковский там какой-то, он в МГУ, у него центр научного исследования сознания. А я им взял, написал сегодня в этот центр, ВКонтакте, центр, Московский центр исследования сознания. Я им написал, что я хочу сделать доклад, потому что они там делают доклады. Там молодежь, там студенты, там профессора и все прочее. Я написал, могу сделать доклад. К сожалению, я не езжу, я только в ограниченное время могу по интернету с вами общаться. Могу сделать доклад. Да, жду ответа. И там написано, в гугле Касай Алиев. Захотят, посмотрят. И посмотрим, как получится. Ну ладно тогда, Наташенька, давай. Я про тебя здесь нашла отзывы, Касай. Да ты что? Хороший отзыв, да? Ну, я не знаю, видел ты этот сайт или нет, но какие-то... Так. Искала отзывы и думала, что попаду на твой сайт, и вдруг попала на другой. На другой сайт? Да, здесь так хорошо написано о тебе. Да что ты? Да, написано: Хасай Магомедович Алиев, выдающийся дагестанский ученый, врач-психолог и философ, открывший метод творческого саморазвития человека на базе психотехники саморегуляции, которую назвал ключ. А, ну понятно. И так далее. И отзывы все хорошие. Вот они, наши ученые, таких отзывов не читают. Потому что, ну, беда в этом, понимаешь? Беда в том, что все в закупленном состоянии находятся. А хотят поехать еще куда-то, еще к Далай-ламе, поехать куда-то, Запад и Восток соединить, когда здесь в Москве есть люди, уже не дагестанские, а российские, потому что Дагестан моя родина, но я-то российский ученый. И ученый, и философ, и психолог, и писатель, и художник. Все есть, понимаешь, самое главное у нас есть то, чего у них нету. У нас есть практический метод, который доказывает все мои постулаты, все мои аксиомы, все мои умозаключения.
всю мою теорию, новую модель работы мозга. Все есть в одном пакете. Ну вот. Интересно то, что здесь так вот и написано, как ты только что говорил, когда рассказывал о Далай-Ламе и о медитации. Так и написано, что метод Алиева построен на обучении искусству саморазвития с помощью известных в восточных религиях трансгенных автоматических однообразных движений, выполняемых с минимальным психическим усилием, чаще всего в различных техниках молитв. Это автоматические покачивания головой, телом, демоторные и левитирующие движения рук и другое. Ну ты посмотри, Наташа. Правильно? Нет, все правильно, только там дело не в том, что автоматические движения, а дело в том, что, ну это я потом на школе буду говорить, потому что вся моя теория, общая теория сознания построена на самом главном, на законе сохранения энергии. А когда человек, у него напряжение растет, он и совершает инстинктивно повторяемые действия, которые снижают напряжение, потому что высокое напряжение его зацикливает. Он зависает, как зависание в компьютере. Ему надо снять лишнее напряжение. Поэтому он совершает вот эти параллельные автоматические действия вместе с тем, что он думает. А пока врачи не понимают этого, потому что они не связаны с философией, а философы не понимают психологов и врачей, все разобщены, а я междисциплинарный человек, потому что я и врач, и психолог, и писатель, поэтому я это открыл. Потому что врачи как говорят, он говорит, нервничает, ходит туда-сюда по комнате, ногой качает, это нервные движения. Врач не знает о том, что нервные движения помогают человеку лучше думать. А для того, чтобы перевести это из того, чтобы он качал ногой, и бегал по комнате, чтобы он был в спокойном состоянии, то это можно сделать через развитие самосознания, то есть несколько раз модель. Ну, это для школы уже, Homo Futurus. Ну, ладно, Наташка, давай. Хорошо. Спасибо тебе. До свидания. До свидания.